Доброе утро. Пойдемте за кирпичами до садов. Посмотрим, сколько унесу. Сейчас за шиворот. Стул еще нормальный, материала много, но у нас все по лесному, без стульев, без всяких магазинских. Вот наш домик, кирпичный завод. Даже отковыренные еще остались. Вот эти два возьму. Еще отколупа. Думаю, штуки 4-то унесу точно. Тяжело, блин. Посмотреть, пойти, что ли. Пустотелы там оторвутся, нет? Ну, думаю, здесь на колупа. Ну и что? Поднял трубу для эксперимента. Выше уровня земли. Один хер сюда дымит. Ё-моё, что за хер? На нахер, короче, связался с этой коптильней. Да. Пошел я на рыбалку.
Вон все поднято. Дым все равно туда идет. Самое интересное, видео смотрел. Берут, подкапывают, дырку здесь выкапывают, туда, ну там, не знаю, полметра. Ну и там 10 сантиметров возвышения делают над землей. И все топится у них. Как? Почему у меня тогда не топится? Ё-моё. Столько уже продолбил. Такая толщина льда. Сантиметров 25. Наверное, сейчас уже вода пойдет. Вот такой аргумент сейчас есть у меня. Ледобур. Сантиметров 35, наверное, уже лед. Ладно, закидываю. Попытаем удачу. Первый есть. На улице минус 29 сегодня. Напилил такие большие. Сейчас здесь я уже буду их на чуркой распиливать. Здесь-то потеплее. Вчера поймал 7 рыбок, ну вроде 7. Оставил их на улице. В морозилку как-то заморозил. Потом, если надо, буду достану. Шурповерт сдох, как обычно, неподходящий момент. Поэтому буду делать на гвозди, как-то придумывать. Хотел на деревянные шканты. Вон деревянный навес здесь, чтобы вставлялся.
сейчас обожгу его немного. Думаю, на эту стенку его повешу. Здесь нормально будет. Не мешается ничего. Дрова внизу. Пойдет. Кто-то может сказать, что мыши схавают все. Они и так, если даже полностью будет она наглухо вся без щелей, и они все равно залезут, не переживайте. Прогрызут, залезут, если им надо будет. Это на железный какой-то ящик тогда. Тогда ладно, от мышей он поможет. Ну, у меня лежит где-то, даже где доступно для мышей место, местах. Ну, пока ничего не трогают, не кушали ни разу. Не были замечены. Так вот, надо прибраться. Надо будет по теплу, может, весной начну здесь обшивать уже. Эту землю закрывать. Доски тоже буду делать. Может, пол сделаю. Делаем, все красиво будет. Сейчас, наверное, порог еще сделаю. Поддувает шибко что-то. Дышится аж здесь. Дует вообще, когда вот мороз. Сделаю порог. Меньше будет дуть. Насчет коптилки я понял. Что нужно сделать? Надо кирпичи, короче, таскать будет. И тогда сделаю, все нормально будет коптить.
Наверное, поддувает немного. Ну вот меньше. Надо вот здесь еще прибить. Тряпку, не тряпку, что-нибудь. Ну что, щелка все равно осталась. Дверь не идеально ровная, тем более из полукруглых. Вот туда поддувает в эти щели. Там еще дырочка. Ну меньше уже, конечно, все равно. Но лучше пробить бы еще какую-нибудь тряпку там. Джут, не джут. Поищу что-нибудь, может, найду. На ужин будут сосиски. Сосисочки. Пожарим сейчас в печке. Идет. Одна сосисочка, к сожалению, не выжила.